фаворитка Тимати и участница шоу «Холостяк» Мария Вебер ждет ребенка. Участницу шоу «Холостяк» Тимати Марию Вебер долгое время считали победительницей шоу. Известно, что когда съемки закончились, Тимати поехал отдыхать на Мальдивы именно с ней. Девушку долгое время сравнивали с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Однако в итоге завидный жених выбрал другую участницу. Несмотря на отказ Тимати, Мария быстро нашла утешение в объятиях другого. Сейчас 23-летняя брюнетка счастлива с Иваном Колобовым. А сегодня похвасталась приятными переменами. В скором времени Мария станет мамой. Девушка опубликовала в личном блоге фотографии, на которых позирует с округлившимся животом. Мария находится на последних месяцах беременности и с нетерпением ждет появления первенца. Киндер-сюрприз. Люблю тебя. Подписала фотографию Мария. А ведь когда-то она мечтала покорить сердце Тимати. Участница 8 сезона настойчиво добивалась его внимания. Зрители были уверены, у нее есть все шансы на победу. Однако судьба распорядилась иначе. Друзья, мы с вами хотим от всей души поблагодарить вас за те приятные, абсолютно чистейшие и добрейшие комментарии, которые вы пишете мне и ему каждую секунду. Я стараюсь прочитать каждый комментарий, сообщение, ответить на каждый звонок. Мне безумно приятно осознавать, что у меня такая теплая и прекрасная аудитория. И были обстоятельства, по которым мы раньше не могли с вами поделиться этой новостью, но теперь мне действительно очень много есть что сказать, что показать и чем поделиться. И на самом деле, я думаю,